России завершились несанкционированные акции и митинги в поддержку Навального, который сейчас находится под арестом. В субботу, 23 января, в ходе несогласованных акций были задержаны, по разным оценкам, около 2000 человек по всей России. Были выявлены задержания детей и несовершеннолетних, а также известных блогеров и ближайших сторонников Навального. В ходе задержаний действия сотрудников правоохранительных органов сопровождались избиениями гражданского населения России. Но также были замечены и провокации со стороны протестующих, и частные случаи избивания сотрудников полиции митингующими. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут немедленно пресекаться. А посольство США в Москве обвинило Россию в подавлении свободы граждан, на что российский МИД обвинил США в лицемерии, напомнив о событиях в Капитолии 6 января. Напомним, что акции и митинги по всей России 23 января анонсировали сторонники Алексея Навального после того, как 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. Давайте! 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 Давай
Давайте, позор, ребята! Позор! Ребята, позор! Бутылки.
сотрудников ООН, Базок! Короче, сейчас, секунду. Ребят, мы сюда! Я уже сам уже ничего сейчас происходит. Осторожней, да? Коллег, а? Это хорошо. Мы же люди. А что с ним? Ее бьют? Я не знаю, что это бьют. 16 лет ее бьют. Ну хорошо. Ну, лично я не катаю. Подбор!